Менять экран, да. Полтос. Ну, в общем, если я перестал играть в какой-то момент, это я телефон ловлю. Давайте. Все, да. Прямая пошла. Все, да, нас смотрят два человека. Ура. 5, 6, 7, 8. Да, давай. Все включили свои прямые эфиры, иначе зачем мы здесь собрались, ребята? Какой смысл нашего нахождения? Ребят, мы репетируем новую песню с ребятами, с музыкантами. Сейчас будет много лажи. Это только репетиция. А вот это. Давайте еще разочек. Вот так вот люди обсираются прямо на первом такте. Что завелось? Девочка. Давайте еще разочек. Жабуля, привет. Ква-ква-ква. Все шаги сожидаю я, снова на пути лишь иллюзия. Может быть, бежим и не будем врать ни себе, ни им. Ну чё? Да нормально вроде. Я один повесил, никто не повесил.
Хорошо. Где? Вот сейчас. Где-то говорю, мне вешать, я один повесил, никто ничего не Почему? Повесил. Почему? Ты с Денисом. Че, ребят, вешаешь? Как там ваша субботка? Ты вдвоем с Денисом вешаешь, вас больше никто не вешается. Вас всего четверо, вас двое из вас повесили. Все нормально. Казалось, что там пауза была. Я мог тоже повесить, но мне просто нечего. Да, у меня все висит. Я повесился, а у тебя все висит. Это смелое заявление. Да, да, да. Вообще бессум. Как это Денис? Это Василий. Феномены, да, лучший просто враг, так, да, и лучший враг. Лучший враг вообще с давайте сейчас тогда, я думаю, Фёдор. Этого нет смысла еще, надо тебе еще прогонять. Мы, вот эту нет, конечно. Все нормально, да? Кому-то надо еще эту песню прогнать? Виталька, нужно... а что там кто-то не повесился, просто говорят? Так, давайте тогда просто так прогоним тогда. Говорят, кто-то не повесился. Хорошо, что не повесился. Сережа. Сережа. Где Сережа? Отвечает Павел. Сергей Болгаринович сегодня халтурит с другой певицей. Вот так вот. Режиссер, режиссер легкого поведения. Да, очень легкого. Звукорежиссер легкого поведения. Мы нарядные, потому что мы потом идем на день рождения к Володе Преснякову. Преснякову. Если, Володя, ты нас слышишь... В чем я сомневаюсь, у человека, что да. После день рождения... Нет, ну, может быть, он сидит сейчас, сидит и смотрит. Ребят, на футбол не иду, потому что, во-первых, иду на день рождения, хотя, кстати, собиралась на футбол, а во-вторых, потому что, секрет вам открою, чуть болею, и мне нельзя на холоде сидеть. Я боюсь... на холодном и вообще такие вот дела. Даже тебе больше скажу, никому нельзя сидеть на холодном. Поэтому на футбол сегодня не иду. На холодном можно сидеть. Так бы сходила. Просто так, ребят, подпевайте. Давайте выйдем с кем-нибудь. Кто-нибудь там подпоет.
ответь. И, кстати, Вась, вот в паузе мы не переходим на следующую ноту, мы на той же самой задерживаемся. Перед припевом. Нет, ты переходишь. Перед припевом мы задержимся на то же самое, типа... Это спор. Ты переходишь спор. Или нет? Да, вот что я должен. А, перед припевом? Да. На ляпте или посите? Да. Сколько у тебя стоит запись голоса и сведения? Да. Бесплатно все. Чего ты врешь-то? Я работаю за удовольствие, видишь? Сейчас тебе начнут звонить бесплатно. Хорошо, мой телефон записывайте. 8-960. На самом деле он просто не делает отдельно сведения, только для своих ребят. Он делает треки под ключ. Отвечу за него. Что такое? Я говорю, что ты отдельно не делаешь сведения. Потому что только для своих. Извините, простите. Спасибо большое. Для своих. Да не для своих, просто отдельное сведение. Слушайте, у меня не нажимается кнопка, где люди, я не понимаю. Для хочу кого-нибудь людей выпустить в эфир, не получается. Кто хочет, кстати, да, может, кто-то хочет. О. И кто это? А я не знаю. Так. Методом, давайте, методом научного тыка. Метод научного тыка. Вот с... Анастасию? Анастасия Некрасова. Давай, Анастасия Некрасова. Давай. Все, Настя, не хочешь Настя с нами разговаривать? Не готова, не накрашенная. Хотя запрос подавала. Так. Так, кто еще хочет? А что, мы феномены играем? Да. Давайте. Это Анастасия, да? Это последняя. Ребята, зачем вы даете запросы на подключение, если вы их не подтверждаете? Всего 4 для меня? Думаете? А? Стесняшки. Стесняшки. Если подключить... Это у меня глупо. Thank you.
листик, да. Снизу метель, прям вот так вот. Привет. Спасибо большое, это очень приятно, прям вживую слушать вас. Я записывала, я снимаю кавер в Инстаграме и записывала на вашу песню, записывала кавер, и я вас отмечала, просто это очень приятно, когда прям вот, вот рядышком так вы со мной. Спасибо большое, мне красота. Тоже приятно. Спасибо большое. Здесь какая красивая. А, сейчас все мужички-то наши притянулись. Смотрите. Так, Федя, по твоей части. Так. О, привет. Здравствуйте. О, привет. О, привет. Это Виталик, тоже сладенький. Что еще? Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Карина, мне 12 лет. Ну что ж, уже так все сразу биография. Ну, в общем, вот, меня зовут Карина, мне 12 лет. Честно говоря, я была на вашем концерте. Нет, я, честно, была на вашем концерте, когда была в Москве. Вот. Где, в Рэде? Я не помню, это было где-то в 2016 году. Я была на вашем концерте и вам цветочки дарила. Ух. О, спасибо большое. Ладно, Карин, мы играем дальше. Ладно, давайте, пока. Что-что? Давай. А как отключиться-то я не умею? Я, понимаете, лохабан. Ладно, все. До свидания. Спасибо вам большое, мне очень приятно. Пока-пока, спасибо, пока.